Так, сегодня у нас суббота, самый день для того, чтобы испытать наш тандыр. Не знаю, мясо заготовлено, замочено. Короче говоря, все предпосылки для того, чтобы сделать нормальное мясо. И суббота, и тандыр, и дрова есть, и, короче говоря, все у нас есть. Начнем, наверное, испытание. Сперва дрова. А что мы делаем, когда нам надо нарубить дров? Мы замачиваем топор. Вот такой вот топор. И вот такие у нас есть дрова. Ну вот, дрова уже у нас в порядке. Можно закладывать. Но не знаю. Первый раз приходится работать с таким агрегатом. Ну вот дым пошел. Тири-ди-дым. Тири-ди-дым, дым, 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 дым. Нормально. О. Ну, ребята, тяга у него, конечно, будет здоров. Дождик начался. С такой тягой. Ого. Ну ладно, будем наблюдать за процессом. Куда фига туда дым. Ну вот, начинают кирпичики наши обгорать. Даже интересно, что это будет такое. И как это будет выглядеть. Да, тяга знатная, это вам не тут рассифонивать этот, как он называется, мангал этот. Тут горит, будь здоров, придется еще дырку, наверное, прикрывать. Иначе дров не напасешься. Кстати, в начальном этапе можно что-нибудь спечь на открытом огне. Если есть такой рецепт. Вон там что творится. Шурует. Здорово. Ну вот как это выглядит издалека, так сказать. Я что научился приближать, удалять. Сейчас попробую. Тинц. Это удалять. О. Приближать. Удалять. Оказывается, у меня такой телефон продвинутый. О. Короче говоря, агрегат лупит, будь здоров. Надо сейчас придумать, чем его аппетит умерить. Я как-то с заслонкой не подумал, может, от русской печки притащить. Но факт то, что вот уже тут можно что-то такое готовить. Какое-нибудь национальное, не знаю, что только национальное. А, кстати, у меня же вот есть... возможность сужать проем даже. Как оно будет действовать, интересно. Чтобы этот кирпич туда не упал. Вот так вот. О. Тут система вся не обращает внимания, еще будет регулироваться путем, так сказать, проб и ошибок. Главное, чтобы ошибок было меньше. Ну, а проб пускай будет больше. Будем пробовать. Тири-ди-дим. Ну, что, система, между прочим, хорошая. Тяга нормальная. В крайнем случае, не будет у меня мяса. Буду тут каким курям заваривать. Или свиням. Если заведу. Ням-ням. Со свиньями вообще хорошо. Сначала им завариваешь, потом их, собственно, в этот тандыр можно определить. Мне еще нравится в этой системе то, что
то, что сюда можно сувать, ой, фа, сюда можно сувать то, что вы не засунете или не потащите в дом. Допустим, вот такие палки мохнатые из опиленного сада. Тоже, ну, не будешь тащить это все. Раз в тандыр затандыриваешь туда. Все нормально. Пойду искать крышечку. Тут тяга такая, я вам скажу. Если за прическу боитесь, лучше не наклоняться близко к нему. Ну, что я вот мыслю. Тут вот сверху надо металлическую, типа плита, вот как у нас в доме, с наборными этими кружками или квадратиками, как у вас получится. Чтобы можно было менять диаметр вот этой фиговины верхней. Менять тягу не, даже не под дувалом, а просто сверху. Оно тогда больше вот это у меня упущение. Как-то я надо было какой-то кусок железа сюда придумать. Такое же можно было передвигать и щель больше-меньше делать. Вот. Потом что тут еще можно? Вот есть такой у меня вот прибор его, нехитрый. Он тоже может тут какую-нибудь рыбку можно зажарить на огне. Вполне себе. Легко, потому что огонь там далеко внизу, а жар идет хороший. Что еще тут мыслю? Можно вставлять туда вот такое вот сечение, сделать коптилку и туда тоже погружать, ее туда внутрь погружать. Будет коптиться. Вот тут, пожалуйста, принесли мне крышечку. Спасибо. Ассистент. Ага, вот от нашей, от русской нашей печки. Вот щит такой. Теперь можно пробую. Оба. О, сразу затихло. Че, нормально? Двойное использование. Не надо ничего придумывать. Открываем. Открываем, сразу гудеть начинает. Закрываем, гудеть перестает. Ну вот, таким нехитрым дедовским способом. Тем более, как говорится, все гениальное просто должно быть. Без всяких лебедок, там супер тросов, каких-то наворотов, да? Тогда будет легче жить. Ну вот, притихло. Кстати, для жара это даже и лучше. Горит оно нормально. То есть можно щель поменьше сделать. О, надо будет еще придумать. Может, какую пиццу на ней можно заодно приготовить. Пока вот это. Короче говоря, фантазии, экспериментов нам предстоит с этим сооружением еще много. О, смотри, ты огонь как фигачит аж наверх. Вот это да. Чувствую, сегодня будет у нас царский ужин. Если это не прогорит, вся фигня не свалится внутрь туда. О, все, закрыл я. Приглушил я эту доменную печь. Посмотрим. Даже не знаю по времени. Вообще интересно было бы узнать, сколько надо ее кочегарить. Пока у нас минут 15 прошло. Ну вот, простая голова, склонная к анализу. Придумал вот такую систему, чтобы кирпичи не бухнулись вниз. И заодно уменьшили, так сказать, выход, выходное отверстие. Вот дождь пошел. Блин, вот везет мне с этими делами. Как только я налажу какой-нибудь шашлык, обязательно какой-нибудь форс-мажор. А, ничего не обещала. Синоптики тоже говорили, зуб давали, что ничего не будет, и тут на тебе. Вот еще один вариант подобрался. Короче говоря, нет, совершенству нет предела никакого. В пределах разумного. Нет, так, наверное, нельзя, сгорит ручка наверху деревянной. Короче говоря, в первой части про тандыр. Могу сказать, что приспособление интересное в том плане, что не надо над ней стоять тут и мучиться, прыгая с ноги на ногу, переворачивая там
в середине. Угли поливаю их водой. Посмотрим, что будет дальше. Это, кстати, вот хороший витебский печной кирпич. Настоящий печной. Он такой не дешевый, но у нас печка из такого сложена. Плита, то есть. Поэтому думаю, что будет все нормально. Ох, трах тебе дух. Придумают же люди. Ну, сразу понятно, что такое азиатское изобретение, то есть простое, как грабли. И транжиристое, такой бухой туда дрова пачкаю, и все, оно будет греться. У них же тепло. Это не так, как у нас, надо вокруг. Если вот... Вот так, техника безопасности. Не кладите дрова под ноги. У нас так, такой агрегат. Тут стена, там стена, там стена. И вокруг дом получается. И все, и он же должен греть. У них-то проще в этом плане. Блин, хорошо. Да. Ну, вот и дочь как раз подсказала, что надо делать... Какой-то навесик тут. То есть, само собой, вырисовывается площадочка с таким, как его называют, альпийской горкой с этой стороны. Какой-нибудь, можно даже водоемчик, на всякий случай. И крыша такая, чтобы не поехала. Вот, ладно, пойду готовить мясо. Да, дождик, конечно, сегодня не нужен был. Хотели посидеть на природе. Оказалось бы, вот цивилизованные люди, есть же у тебя вот такая вот фигня, вот такая, есть же у тебя, да? Нет, надо было построить тандыр. Дикий народ, дети гор. Ну вот и мясце наше, вот и мясце. Вот такое оно наше мясо. Два кусочка и рулька.